Привет, сегодня забрал посылку с почты, с Алиэкспресса пришла посылочка, там держатель для смартфона на руль велосипеда. Хочу поделиться с вами этой моделью. Вот такая упаковка, очень сильно помятая, пришла. Ну, в принципе, там ничего хрупкого, это кусок резины по ходу, знаете, как бы... Ничего такого. Давайте посмотрим, что там внутри, распакуем. И посмотрим, как оно будет смотреться на велосипеде. Вот такой пакетик. Я заказал такой держатель для того, чтобы попробовать снимать с руля. То есть фишка в нем в том, сейчас покажу. По идее, я его заказал, короче, из-за того, что он якобы поворачивается здесь. Да, он поворачивается действительно, вот, на 360 градусов. У меня задумка была такая, чтобы с него пробовать снимать с руля велосипеда. Так установить телефон, чтобы снимать с руля велосипеда. Что сказать, в принципе... Неплохо. А, кстати, заказал я его за $1.88. Ссылочку я оставлю в описании. Резина, что сказать. Кажется, что более-менее качественная. Сейчас попробую прикинуть телефон на него. У меня телефон есть, так сказать, рабочий. Так, сюда. Ага. Ну вот, так держится. В принципе, вроде так неплохо. Сейчас на велик прикреплю, посмотрим, как это будет. Так. Так, чтобы натяжение дам хорошее ему. Ну вот, ребята. Вот как это выглядит. Слушайте, ну я, конечно, не знаю. Может быть, в процессе езды оно будет как бы... Ну, не будет, наверное, там нормально оно. Не будет оно перекручиваться. Даже если чуть перекрутится, можно всегда как бы подрегулировать. Ну, и с руля, я думаю, можно будет снять видосик. Эй, что это запустилось? В общем, смысл в том, что если я захотел именно такой держатель, у меня вот есть такая сумка, вот она, да. А в чем мне неудобно? У меня вот телефон мой, да, разблокируется двумя кликами, ну, и загорается экран. А вот это вот целлофан, да, вот эта фольга вот эта, она, короче, как-то ложится на экран, и когда ты два раза нажимаешь, то экран, типа, загорается, а потом тухнет сразу. Ну, и, соответственно, конечно же, этого не происходит, ну, в обычном режиме. То есть вот этот кулек как-то влияет на экран, он, видно, на него ложится, и телефон думает, что это какое-то прикосновение, вот. А это чисто вот... Слушайте, ну, мне кажется, классная штука. Чисто для того, чтобы я просто мог ехать и свободно себе нажимать кнопки. Плюс, да, еще я хотел сказать, что я хочу снимать с руля, попробовать видео. То есть у меня план, я вот так вот хочу взять, как-то установить, я еще поэкспериментирую, да. Камера у нас где? Допустим, у меня камера просто здесь на этом телефоне по центру камера, а у меня сбоку здесь камера. Я вот так вот его поставлю, настрою, да, и буду ехать и снимать видео, дорогу. Ну, мне кажется, должно классно получиться. Конечно, не знаю, как будет стабилизация в этом видео. У меня вилка так уже плохо работает, и телефон сам
не сильно стабилизирует. Ну, посмотрим, ребята, поэкспериментируем. Короче, вот такая вот штука прикольная, да. $1.88. Ссылка на товар в описании. Пока.